Очень простое слово, и тем не менее я бы хотела обратить на него ваше внимание. Дело в том, что в русском языке слово «доктор» или «врач» имеет очень широкое значение. То есть врач любой специальности у нас доктор или врач. Кардиолог – это врач или доктор. Окей? Также дантист, стоматолог и все остальные врачи – тоже доктор. В английском языке доктор, врач, имеет другое, более узкое значение. Много лет назад мы познакомились с молодым человеком из Великобритании. И когда мои друзья увидели его фотографию в медицинском костюме, один из них воскликнул: «О, you're a doctor!» «О, да, вы доктор!» На что он сказал: «No, no, I'm not. I'm not a doctor. I'm a dentist». «Нет, я не доктор. Я не врач. Я дантист». То есть дантист – это не доктор. В британском варианте слово «доктор» употребляется по отношению к physician. Physician, то есть терапевт. Терапевт или еще как называют врач общей практики у нас, да? Physician. И некоторое время назад мы с моим коллегой из США обсуждали это же слово. И там слово «доктор» употребляется по отношению к physician, то есть терапевт, а также surgeon, хирург, вы уже знаете это слово, и veterinarian, или vet, ветеринар. Вот по отношению к этим трем словам. И, кстати, сестра моего коллеги работает в скорой помощи. И вот ее профессия называется a junior accident and emergency doctor. То есть младший врач скорой помощи. Вот такие вот интересные факты. Помните, жизнь не стоит на месте. Язык – это явление очень живое, и возможны различные изменения. Но все же помните, что слово «доктор» не имеет такого широкого значения, как в русском языке. Хотя я думаю, что вот с потоком иммигрантов это слово «доктор» будет расширяться, потому что я уже как-то слышала, что среди иммигрантов часто говорят «I doctor», доктор по глазам, да, и «dental doctor» вместо «дантист». Вот, но я ни в коем случае вас не склоняю говорить так же. Прежде всего, доктор – это physician, терапевт. Помните об этом. Окей? То есть в английском языке слово «доктор» не имеет такого широкого значения, как в русском. And one more moment. И еще один момент. Доктор, слово «доктор» имеет еще одно значение. Это ученая степень. Помните замечательный сериал «Доктор Хаус»? В английском было несколько иное название. Это было название House MD. House MD. MD – это Doctor of Medicine. Доктор медицины House. House – доктор медицины. Но по-русски это как-то не очень хорошо звучит, поэтому в российском прокате этот фильм шел под названием «Доктор Хаус», что, согласитесь, довольно логично. Окей? И еще одно. Doctor of Philosophy. Doctor of Philosophy. Кратко называют PhD. PhD. По начальным буквам. Несмотря на название, в настоящее время эта степень не имеет отношения к философии и присутствует во всех научных областях. Например, доктор философии по литературе, доктор философии по физике. Почему так? Это связано с историей. В средние века в университетах было 4 факультета. Философии,
юриспруденции, теологии и медицины. Поэтому, соответственно, врачи, медики получали звание, ученую степень, доктор медицины. Юристы – доктор права. Да? Те, кто занимался богословием, соответственно, доктор богословия. А всем остальным давали степень доктор философии. И наш консультант и диктор Джейн Филдинг, она имеет звание доктор философии по английскому языку. Вот такой интересный факт. Напишите, пожалуйста, было ли вам это интересно и что-то новое узнали вы для себя.